Москва, 14 июня, РИА Новости. Российская экологическая партия «Зеленые» в пятницу выдвинет кандидата в губернаторы Московской области, сообщила пресс-служба партии. Фото, пресс-служба губернатора и правительства Московской области 15 июня 2018 года в 12.00 МСК Российская экологическая партия «Зеленые» проводит конференцию по выдвижению кандидата на должность губернатора Московской области, говорится в сообщении. Отмечается, что программа кандидата содержит предложения по решению существующих в Московской области социально-экономических и экологических проблем. Ранее председатель партии Анатолий Панфилов сообщил РИА Новости, что кандидатом в губернаторы Подмосковья от «Зеленых» может стать предприниматель Ильдар Неверов. Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября. Решетка экологическая партия «Зеленые» решетка Московская область.